Всем привет! Это «Мексиканские хроники» и я, Виктория Боня. Как обычно, мы обсуждаем самые горячие события реалити-шоу «Каникулы в Мексике». Сегодня в программе «Ревность». Вэл играет на чувствах девушек. Он в отношениях просто... Он думает только о себе. Поклоняйся мне, пожалуйста. Непредсказуемый финал свидания Саши. Саша, как типичный представитель близнецов, тяготеет ко всему новому. Ну, я буду спать на кровати вот так звездой, а ты на кушетке, а завтра нормально. Как найти Ксюше успокоение? Я вообще не выдержала опять. Перемыть косточки героям проще простого, а вот дать объективную оценку их действиям под силу только профессионалам, нашим экспертам. Роман Свалов, психолог, закончил МГУ, факультет психологии, практика 7 лет, специализация семейная психология. Алексей Николаев, астролог, свой первый гороскоп он составил 5 лет назад, специализация совместимость супружеских пар. Дарья Миронова, экстрасенс, лицо русской экстрасенсорики, практика 23 года, специализация межличностные отношения и предсказание будущего. Ты следишь за жизнью героев Мексики? Тебе есть что сказать? Стань экспертом из народа. Выскажи свое мнение на сайте проекта, а потом в эфире МТВ. Тебя узнает вся страна. На вилле продолжают бурлить страсти, которые требуют нашего обсуждения. И чем дальше, тем интереснее. На самом деле, это один из самых счастливых моих дней вообще на вилле. Почему? Я спал один. Вот так? Да, мне было очень кайфово. Я проснулся в одиночестве, и я вам скажу, что такого кайфа я не испытывал давно. Вэл вроде не одиночка, но проснулся один-одинешенька. Вопрос, где же провела ночь Полина? Я ушла от Вэл, потому что я считала, что нужно просто отдуматься, остыть, как-то, ну, реально побыть немного по раздельности друг от друга. И поэтому я все вещи забрала и перенесла в комнату Ромы и Ксюши. Они меня приютили, мы прекрасно поспали втроем, в духоте, да не в обиде. Какая черная кошка пробежала между влюбленными? Суждено ли им помириться? Спросим об этом у нашего экстрасенса. Полина – такой человек. Ей жизненно необходимо дарить любовь, страсть своему избраннику. Она, подобно губке, впитывает в себя, при этом готова к самоотдаче. Вэл же, наоборот, задыхается от такого напора, когда слишком много любви. Ему на физическом уровне становится плохо. Парочка, конечно же, помирится. Но я бы рекомендовала Полине заняться этим вопросом как можно скорее, пока этим не воспользовалась соперница. Это не я пытаюсь даже к Вэллу там подкатить, как подкатить. Но, вот, по-моему, это он ко мне подкатывает с усиленной скоростью, не знаю, со скоростью ветра. Нравлюсь я Вэллу и... Нравлюсь, и поэтому он с Полиной ссорится. Женя умело завлекает Вэлла в свои сети. Так что, Полиночка, для ссор не время. Надо брать быка за рога. Но делать надо это искусно. Так, как получилось с синхронным плаванием. Типа, тебе больно, типа, ты страдаешь. Когда мы делали наш номер, не было слышно никого. Потому что люди просто с открытыми ртами смотрели на нас. Потому что там видно было, там была страсть, любовь. Отношения какие-то. Выбрать пару для плавания Рому вместо Вэлла – хороший ход. Правильно. Чтобы не расслаблялся, узнаем, что на этот счет думает психолог. Мои флюиды передавались ему. Вызванная ревность – это один из способов привлечения внимания к собственной персоне. Однако в этом деле важно не перегнуть палку. И Полина сделала все правильно. А вот для дальнейших отношений ей придется поменяться. Нельзя убивать мужчине инстинкт охотника. Это губительно для его психики. Чтобы остаться интересной Вэллу, Полине не стоит опекать его так сильно. Не каждому мужчине нужна девушка-мамочка. Действительно, сейчас непростой период в моей жизни, а я пытаюсь понять, насколько я ценю и глубоко отношусь к Полине. И я пытаюсь просто понять, что будет дальше. Я как не скучаю, ты даже представить не можешь, просто жизнь.
Полина, эту ситуацию надо переменить. Блин, это странно только одно. Почему он не подходит? Почему ничего не делает? Может, упертый баран. Больше игры в отношениях. Мой совет Полине – быть легкой и приятной. Это будет для Вэлла как пряник. Стоит его приручить. А там уже и кнут можно будет в ход пускать. Прям как Вэлл любит. Ты целый день общаешься там. Не общаюсь со всеми. Не, там делаешь больно. Нет, Полина тоже мне больно делает, поверь мне. Ты с виду-то кажется, что ты я тиран. Нет. Она, будь здоров, может выкидывать такие кренделя. По-моему, нам здесь всем просто не хватает чуточки по искренности, любви. И я реально каждому желаю найти свою любовь на этом проекте. Молодцы. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Хотя с парнями та же история. Только Вэлл приревновал Полинку, ситуация повернулась на 180 градусов. Какие же вы мужчины все-таки собственники? Послушаем, что говорят звезды о нашей сладкой парочке. Союз Скорпиона и Тельца не самый простой, хотя и благоприятный. Вэлл – телец, мужчина и всегда будет тяготеть к свободе, тогда как Полина, родившаяся под знаком Скорпиона, уже на начальном этапе отношений пытается подчинить его себе. Отсюда и конфликт. Вэлл никогда не станет ручным, даже при большой любви. Как только Полина это поймет, отношения наладятся. В ином случае Вэлл упорхнет, как птичка из клетки. Ты такой дурачок, конечно. Что дурачок? Почему ты, почему ты взяла, что ты этот дурачок? Я очень умный. Я самый умный. Да. У меня два. Наверное, я просто умных глаза. Людей называю дурачками. Да? Угу. Ты очень чувственный. Я? Да. Почему? Проницательный. Продолжай. Мне это нравится. Я люблю комплименты. Это у меня дедушки. Поклоняйся мне. Пожалуйста. Пахнет жареным. В отличие от Полины, Женя сдавать позиции не собирается, флиртуя с Вэллом налево и направо. Конечно, каждую неделю пары меняются, но ребята к этому относятся негативно. Вэлл себя ведет ужасно, и я на стороне Полины. Он в отношениях просто мрак. Он думает только о себе. Он этой Жене лапшу на уши вешает. Вчера обхаживал Сашу новенькую. Мне Полину жалко. Ты очень хороший. И мне это не нравится. Ты очень добрый. И меня это бесит. Ты очень покладистая, и меня это раздражает. А Полина вообще мириться не намерена. И даже объявила Жене войну. А сама Женя тем временем льет слезы в одиночестве. Что происходит с девушкой? Может, нам объяснит психолог? Женя действительно ввязалась в серьезную борьбу. И не находя поддержки среди участников проекта, она ведет ее в одиночестве. Да, безусловно, это требует больших эмоциональных затрат. Ее девичьи слезы тому подтверждение. В ситуации столь явного противопоставления самой Жене обществу других участников, не стоит удивляться тому, что ребята ее недолюбливают. Женя сама выбрала такую стратегию. У меня теперь тактика такая. Женя будет активно, как только проявлять какую-то позицию к тебе, я буду ее гнобить жестко. Дашь на дашь. Это война. Детский сад, блин, развозы, блин. Все. Полиночка, блин, дурочка, блин, Полиночка, конечно. Глупенькая. Похоже, Женечке хватит лить слезы и воевать с Полиной. Не пришло ли время объединиться? Этот любовный треугольник превращается в квадрат. На горизонте появилась новенькая Саша, которая тоже положила глаз на Вэлла. Почему я должен быть на этом месте? Почему я не могу общаться с людьми? Ну, если ты в отношениях, как она мне сказала, что она оставила деньги и решила быть с тобой, то есть раз ты любишь человека, ты будешь... А я не люблю. Ну, она. Я ее не люблю. Новенькая Саша понравилась всем участникам. Но я вам скажу, девчонка она не промах. Глаз положила на Вэлла, на свидание позвала Рому, а пару-то создала с Никитой. Но, несмотря на его счастье, Никите не позавидуешь. Пам-парам-пам-пам. Никита? Я. Никит, а можно у меня сегодня будет царская ночь? Не понял. Ну, как царская. Ну, как хозяйки. Ну, я буду спать на кровати вот так звездой, а ты на кушетке. А завтра нормально. Ох, ну, себе. Ну, можно? Ну, в царской. Я хочу. Пожалуйста. Я могу вообще... Завтра придешь. Я могу вообще в башню уйти. Нет, Никит, ты останешься. Да нет, я уйду в башню. Чем продиктован ее выбор? Я думаю, желанием всех удивить. Ребята ведь ставили на Рому и так активно сватали его Саше. Но у нее, видимо, своя игра. Что же за фрукт новенькая Саша?
послушаем мнение астролога. Саша, как типичный представитель близнецов, тяготеет ко всему новому. Наделена любопытством и переменчивым нравом. И, конечно же, обожает флирт. Она выбрала Никиту, он ей подходит по гороскопу, но, думаю, симпатии здесь даже не пахнет. Не будем забывать, близнецы непостоянны. Сегодня одно, завтра другое. Скорее всего, ее желание в этот вечер было именно таковым. И выбор Никиты – это чистая лотерея перепадов настроения Саши. Я не буду под одним одеялом спать с мужчиной, который мне не знаком. Вот. Я могу штаны одеть, хочешь? Ты можешь? Если ты, тебя только вот это вот... Не, Никита, я по-другому воспитана, серьезно, по-другому. Да тут все такие по-другому воспитанные, блин. Звезды не обманешь. Теперь мне Саша кажется еще более непредсказуемым игроком. Что от нее ожидать на церемонии выбора пар, вообще непонятно. Но так даже интереснее. В союзе Водолея и Льва много противоречий, но безумное притяжение партнеров друг к другу какое-то время может их маскировать. Несмотря на то, что Жаклин – львица, Эрику удалось укротить ее. Да. Что? Иди, отрывайся. Пойдем, Анюся, да ну, что дурости строишь? Что нахуй надо? Пойдем. Да я не собираюсь сидеть, смотри, как ты бухаешь, веселишься, я буду сидеть смотреть, она мне ты надо. Ты сама сказала, что не бухаешь. То есть, что ты пляешься вообще? Эта парочка – настоящие скандалисты. Но именно это им и нравится. Амина и Джексон подходят друг к другу. О, это серьезно. Всем уже не хочется никаких коктейлей. Их желание уйти от реальности, вовлекаясь в игру, обоюдное. Именно это их и сближает. Но то, что поначалу их связывало, со временем может оказаться причиной разрыва. И снова всем привет. Продолжим обсуждение горячих тем, без которых не обходится ни один день и даже ночь на вилле. Вот наблюдая за парой Амина и Джексон. У них настоящие брачные игры динозавров. Да. Что? Иди, отрывайся. Пойдем, Анюся, да ну, что дурости строишь? Что нахуй это надо? Пойдем. Да я не собираюсь сидеть, смотри, как ты бухаешь, веселишься, я буду сидеть смотреть, она мне ты надо. Ты сама сказала, что ты не бухаешь. То есть, что ты пляешься вообще? Джексону только бы веселиться. Такое ощущение, что для него жизнь на вилле – это всего лишь забава. Жажда развлечений. О, это серьезно! Всем уже не хочется никаких коктейлей. Джексон, надо быть хоть иногда серьезнее. А вдруг ты и правда станешь отцом? Тогда придется менять подгузники и по возвращении в Москву. Что нам скажет про их союз экстрасенс? Эта парочка – настоящие скандалисты. Но именно это им и нравится. Амина и Джексон подходят друг к другу. Не только темпераментом. У них схожий юмор. Они дурачатся и получают удовольствие от жизни. Их союз напоминает курортный роман. Очень яркий, но мимолетный. Пока они вовлечены оба в игру. Они, скорее всего, будут оставаться в паре. Но не ждите, что они прекратят скандалы и ссоры. Без этого им будет вовсе скучно. А что думает про эту сладкую парочку астролог? Амина и Джексон – рыбы и весы. Их желание уйти от реальности, вовлекаясь в игру, обоюдное. Именно это их и сближает. Но то, что поначалу их связывало, со временем может оказаться причиной разрыва. Амина мечтает о сильном и красивом, который будет ублажать ее. А Джексон вечно витает в облаках и ничего при этом не делает. Пока им весело вместе, они будут продолжать ругаться, кричать друг на друга, а потом будет страстное примирение. Жаклин и Эрик – сладкая парочка. Казалось бы, рай на земле. В отличие от Амины Джексона, они вообще не скандалят. Налицо обоюдное влечение, тонкое общение на языке тел. Но реально поговорить не о чем. Есть ли будущее у таких отношений? Послушаем нашего психолога. Если людей в паре объединяет страсть и влечение, это, конечно, замечательно. Но если, кроме этого, у них нет ничего общего, никаких интересов, такой союз сохранить очень сложно. Первоначальное влечение угасает, и медовый месяц сложно растянуть на года. Поэтому, если ребята действительно хотят быть вместе, им придется хорошенечко потрудиться над строительством и поддержанием гармоничных отношений. Ну и пусть. Зато эта парочка не знает скандалов. Впрочем, они вообще не часто покидают свое бунгало. Наверное, и вправду решили, что у них медовый месяц. Хотя конкурс на доверие показал. Несмотря на внешнюю идиллию, отношения требуют внутреннего развития.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Внимание! Марш! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Да быстрее! Да, 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 да. Такое может случиться и в жизни. Ведь иногда нужно смотреть немного дальше края постели. Спросим у астролога, каков расклад у этой пары. В союзе Водолея и Льва много противоречий, но безумное притяжение партнеров друг к другу какое-то время может их маскировать. Несмотря на то, что Жаклин – львица, Эрику удалось укротить ее. Но это будет происходить до того момента, пока она сама желает его как добычу. Львы любят комфорт, поэтому, выбрав партнера, с которым им хорошо, они почивают на лаврах и не хотят ничего менять. А вот Эрик при дальнейшем отсутствии общения может быстро угаснуть. Что ни говори, а такие отношения, мне кажутся, ужасно скучными. Могу только удивляться, что Жаклин ничего не замечает. Ведь у них тоже не так все гладко, раз Эрик уже стал заглядываться на других участниц. Если это выгодно, потому что Ксюха будет чувствовать себя безопасно с ценой. Но при возможности она поддержит меня. Все, Ксюха? Да. Вроде было. Нет, к тому, чтобы ты понимал, что просто у нас, Ксюша, отношения такие, что... И... Ну, тогда мы с Телисеем общались, и она у меня всегда все спрашивает, и так далее. И я вижу, как человек смотрит на меня. И она говорит, и я с ней же разговаривала, говорит, ты выделяешь мужчин в парах? Она говорит, есть мужчин, которых я выделяю, и они в парах. А вот Ксюша ни об Эрике, ни о Роме, похоже, вообще не думает. Все подробности сразу после короткой паузы. У Ромы недовлетворенное желание. Ни для кого не секрет, Ксюша и Рома – пара чисто техническая. Здесь нет ни понимания, ни самое главное – влечения. Блин, я не такой человек, чтобы плакать. Я вообще не плачу в жизни, в принципе, никогда. Я тут сама себя удивляю. Если Ксюша хочет сохранить себя как полноценную личность, то в качестве рекомендации можно посоветовать не бояться действовать самой. Не, я живу своей жизнью, понятное дело, но сердцем я все равно его... Для всех, кто только что к нам присоединился, в эфире «Мексиканские хроники». Мы обсуждаем самые горячие темы дня. Одни мирятся, другие ссорятся, третьи поделить кого-то не могут. А вот страдалица Ксюша в три ручья льет слезы. Я вообще не выдержала опять. Блин, я не такой человек, чтобы плакать. Я вообще не плачу в жизни, в принципе, никогда. Я тут сама себя удивляю. Я знаю, что это было правильное решение, но я уже... Мне столько тяжело, что я уже сама 25 раз пожалела. Это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Видимо, забыла Ксюша, каким невыносимым последнее время был Елисеюшка. А что скажет там экстрасенс? Может, пора Ксюше обратить внимание на других парней? Ни для кого не секрет. Ксюша и Рома – пара чисто техническая. Здесь нет ни понимания, ни самое главное – влечения. Возможно, другая девушка просуществовала бы в таком союзе довольно долго. Но не Ксения. Она вся соткана из эмоций. И без них просто не представляет существования. А с Елисеем у нее была очень крепкая эмоциональная связь. Как бы ни было тяжело, она жила этими отношениями, а сейчас только существует. Не буду забегать вперед, лишь намекну. В романе Ксюши и Елисея рано ставить точку. Мысли Ксюши сейчас далеко за пределами виллы. Поэтому и раздражение вызывает даже самое безобидное поведение Ромы. Ромы недовлетворенное желание. Понятно, почему Ксюша не ревнует Рому ни к Полине, которая провела с ним рядом ночь, ни к новенькой Саше, которая пригласила его на свидание. Как найти Ксюше успокоение? Что посоветует наш психолог? Ксюша оказалась не в простой ситуации. Учитывая особенности ее психотипа, ей эмоционально тяжело строить, а главное – поддерживать отношения с кем-либо на вилле. Она – личность, легко поддающаяся внушению и влиянию.
Ей свойственно принимать некоторые решения без должного осмысления и внутренней проработки. Поэтому она подсознательно выбирает себе партнеров, которые принимают решения за нее, избавляя ее тем самым от мучительного выбора. Именно этим можно объяснить зависимость Ксюши от Елисея. Если Ксюша хочет сохранить себя как полноценную личность, то в качестве рекомендации можно посоветовать не бояться действовать самой и, возможно, делать ошибки, ведь именно это и есть опыт. Но Елисея нет на проекте, а жить как-то нужно. Тем более, что интриги на вилле не позволяют расслабляться. Этот день не обошелся без сюрпризов. Саша выбрала Никиту, и Женя снова отправилась в башню. Таким образом, девушка попадает в группу риска и становится претенденткой на вылет номер один. А что готовит нам день завтрашний, знают наши специалисты. Парам нужно обзавестись терпением. Их ожидают ссоры и скандалы. Это может повлиять на общую неудовлетворенность участников на вилле. Женской половине придется попотеть и проявить себя. Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Не обойдется без приятных неожиданностей. Могут укрепиться дружеские отношения среди участников. Снова меняются симпатии. Все больше активизируются знаки внимания. Это вы увидите совсем скоро. Будьте готовы к переменам. Главным испытанием станут ссоры, а это мощная проверка на прочность. Меркурий меняется с Марсом местами. Это говорит про бури эмоций и, скорее, даже негативных. Тихим день точно не будет. Запаситесь терпением, чтобы сгладить острые углы конфликтов. Это настоящее испытание для некоторых пар. Мой совет – держать себя в руках. Скандалов на вилле и так достаточно. День будет полон эмоций и развлечений. Могу гарантировать, скучать жителям виллы не придется. Я очень рада, что в нашей программе появилась трибуна для зрителей. Послушаем нашего народного эксперта. Привет, меня зовут Антон, и я хотел бы попробовать себя в качестве эксперта программы «Мексиканские хроники». Сегодня я хотел бы высказаться на тему отношений пары Елисея и Ксюши. Прошло совсем немного времени с того момента, как Елисей покинул виллу, и, казалось бы, ну, Ксюша должна была не расстраиваться, расслабиться, обратить внимание на окружающих парней, принять их знаки внимания, прислушаться к советам подруг, пообщаться с ними. Однако, что мы видим мы только то, что Ксюша расстраивается, впадает в депрессию, у нее какая-то постоянное переживание по поводу ухода Елисея. И это меня наталкивает на мысль, что эти отношения были искренние, что на самом деле Ксюша любит Елисея, несмотря на то, что это игра, и, казалось бы, некоторые моменты, ну, мы видим, что они наиграны. И отношения не у всех искренние. А тут мы видим на самом деле искренние чувства. И, быть может, мне бы так хотелось, чтобы эта пара осталась на самом деле парой и после проекта. Может быть, так и произойдет. Смотрите «Каникулы в Мексике». Действительно, мексиканские просторы наполняются русскими страстями. И мы продолжаем искать ответы на вопросы. Кого же из троих девчонок выберет Вэл? Когда прекратят перемывать кости Жени? Кто попадет в сети новенькой? Что делать Ксюше со своей тоской по Елисею? Найдет ли, наконец, пару Рома? Покорит ли кто-нибудь сердце Никиты? И, конечно же, кто вылетит следующим? А на сегодня все. С тобой была Виктория Боня. Увидимся уже завтра. Адьос!